Блять. А я в левый тоннель надо. Нет, в левый тоннель надо вообще. Так, а мне вот сюда, наверное. Да. Так, тут нельзя. А как что пройти-то ее просто? What fuck? Ну ё просто. Да ёпарасы ты, блядь. Куда бежать-то, блядь? Да, бля. Попробуем по карте бежать. Черт, С2. Да одевай ты ее. Блять, у меня ноль. На, фак. Где противогаз-то взять, чертов? Так, ну этого еще не хватало, противогаз искать, блин. А хотя на кой противогаз? Так. Так, ну тут же где-то должен быть спуск. Да блин. Mm-hmm.
Да я не понял, блин, как тут проходить, блядь, чертову миссию. Так. Ни хера непонятно, если честно. А. Да бля. Все, понятно. Надеюсь, выполнил. Вот это, конечно, прикол. Так. Найти бомбу. А где ее найду? Тут. Давай, перезаряжай. Тут. Вот она. Быстрее, быстрее, быстрее. К моим друзьям. Так, теперь что надо? Подорвать тоннель. Ну, пипец, а. Какой тоннель-то подорвать? Вот левый. Все, я понял. Окей. Бежим, бежим, бежим. Опа. Так. Гуд. Так. Прямо еще. Все.
Бегом, бегом, бегом. Круто. Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Как скажешь. Они обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. Окей. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Да, слушайте, миссия не очень такая легкая. Мост, независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого. Андрея, мастера. Хорошо. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Аминь. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Так, мне еще тоже нужно что-то сделать. А, у меня сейчас ход какой-то даст. А тут что такое? Жесть. Неплохо. Вот и все. Забирайся. Понял. Помни. Все зависит от тебя и только от тебя. Понял тебя, Хан. До спасибо. Встречи, Артём. До встречи. И удачи тебе. Во, шикарно. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея, мастера, но он нашел меня первым. Блин, я не представляю, чтобы я без дробаша этого делал. Оу, yeah. Так, что у нас? Попасть на станцию Кузнецкий мост и отыскать Андрея Мастера. Хорошо.